Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A10s. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве сбросить настройки сети. Если сети Wi-Fi, Bluetooth, раздачи мобильного интернета или что-то в этом роде работают некорректно, какие-то сбои появляются, какие-то ошибки, почему-то, не знаю, ваш телефон не подключается к интернету, то с помощью сброса настроек это можно починить. Для этого мы заходим в настройки нашего телефона и в настройках пролистываем вниз, практически в самый низ, пока не найдем пункт, который называется «Общие настройки», и переходим в него. В общих настройках выбираем «Сброс» и дальше «Сброс параметров сети». После этого мы здесь сможем сбросить настройки Wi-Fi, мобильные данные и Bluetooth. Нажимаем «Сброс настроек», вводим текущий пароль от нашего телефона или рисунок, еще раз повторяем, что мы хотим действительно сбросить. И по идее, да, сброс параметров сети был выполнен, так как я отключился от Wi-Fi, к которому был подключен. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!